Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами секретом, ну, может быть, для кого-то это и не будет секрет, как узнать, горький огурец или нет. На самом деле, это, если вы просто покупаете огурцы на рынке на салат, то, наверное, это, ну, будет обидно, но не так. Можно как-то горечь убрать, пол огурца обрезать и, по крайней мере, использовать на салат. А если вы закрываете на зиму, решили посолить огурцы или сделать из них малосольные, это будет, конечно, для вас очень обидно. Работа пройдет впустую. В основном, что у нас происходит? Вот мы приходим на рынок, и продавец, который знает о том, что у него огурцы горчат, он вам дает пробовать, ну, в лучшем случае, вот так. Или вот так кусочек, да? А вот по такому виду вы не поймете, горький огурец или нет. Придя домой, начнете резать салат и будете в недоумении, потому что на рынке вы пробовали, огурцы были хорошие, а потом, как выяснилось, почему-то они у вас стали горькие. Есть один очень важный способ, который нужно всегда помнить. Вот огурец, да, вот огурец, вот огурец. У него есть веточка, от которой он был прикреплен к лозе, да, к плите. И есть вот здесь вот цветоносы, вот с этой стороны. Они обычно более светлее, где цветонос. Вот я вам покажу. Видите, вот эти вот верхушечки, они более темные. Пробовать огурец нужно вот только с этой стороны. Берете и вот эту верхушку пробуете. Если попробуете с середины или вот с этой стороны, с нижней, огурец не будет горчить. Огурец горчит, как правило, до половины, может быть, одну треть огурца. Он не полностью горький. Поэтому пробовать всегда нужно только верхушную часть. Вот к чему? Ту часть, где он крепился. Все. Вот на этом. Будьте внимательны. И это очень важно. Особенно, если собрались солить огурцы. Всем спасибо. Ставьте лайки. До свидания.